Всем привет! Это второй видеоролик, который также посвящен Асу Биткоин. Но в этом видео мы более подробно уже поговорим о дорожной карте, о концепции и затронем тему ICO данного проекта. Как мы видим, они уже продали 200 миллионов ABX токенов, и они уже собрали soft cap, что очень хорошо, то есть доверие инвесторов есть. Тут же мы видим концепцию проекта, проблему, которая является то, что цифровой контент легко копировать, а иногда это слишком просто. То есть они предлагают, как это решить, и это с помощью блокчейна, децентрализованной системы защиты. Эта система основана на технологии блокчейна, обеспечивает неопровержимое доказательство владения контентом. Тут же мы видим особый маркет с помощью особого маркета можно понять всю суть их токена, то есть где они будут применяться и зачем инвестировать в данную криптовалюту. То есть они с помощью этих токенов, самое главное, можно будет покупать игровые предметы. Это огромный плюс, потому что у них в основном очень огромное количество геймеров, которые каждый день заходят и пользуются их продуктом. То есть, как бы там ни было, это подтолкнет цену наверх, и также можно будет покупать программное обеспечение, электронные книги, музыку, видео, электронные билеты. То есть, с помощью их токена они постараются сделать глобальный такой рынок, где можно будет покупать все, что возможно. И думаю, со временем это также. Ну и дорожная карта, которая прописана 2018 до 2019 года, как мы видим, тут никаких таких подробностей нет, только сказано, что до конца 2018 уже будет запуск кошелька особи, и он станет доступен в играх, а также на 2018 платформа распространения вторичного цифрового контента на особи маркет. Ну и на 2019 уже идет развитие и увеличение количества игроков, точнее количество игроков. То есть Асубикоин можно будет использовать более чем в 1000 играх. Ну и на этом все. Все-таки тему ICO я затрону в следующем видео, также более подробно уделим внимание партнерам, советникам и команде. Всем спасибо за внимание, всем удачи!